Израильская армия объявила погибшим офицера, который накануне попал в плен к палестинцам. Однако семья лейтенанта уверена, что он жив, и потребовала от правительства не выводить войска из анклава, пока его не найдут. Эта вылазка палестинских боевиков стала причиной срыва едва начавшегося трехдневного перемирия в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба. Израиль заявил, что не будет направлять свою делегацию в Египет на переговоры по прекращению военных действий. Тем временем министр внешней торговли Нидерландов сообщил, что страна выделит 750 тысяч евро для оказания экстренной помощи палестинцам. По ее словам, ситуация в секторе Газа вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку гибнут мирные люди. Отмечу, за 25 дней операции в анклаве погибли уже более 1600 палестинцев. С израильской стороны убиты 66 человек, большая часть из которых солдаты.